Всем привет! С вами Виктория. Сегодня готовим крем для торта. Готовится он совсем просто, быстро, получается очень вкусный. Подойдет не только для любых бисквитных тортов, но и для десертов. 300 грамм любого творожного сыра типа Филадельфия тщательно разминаем вилкой. Полное количество всех ингредиентов я вам оставила в описании под видео. Затем 250 мл жирных сливок выливаем в отдельную емкость и начинаем взбивать миксером. Сливки должны быть очень хорошо охлаждены и минимум 30% жирности. Когда на сливках начинает появляться вот такая небольшая пенка, добавляем 70 грамм сахарной пудры и продолжаем взбивать. Сахарную пудру можно регулировать по вкусу, можно добавить чуть больше или меньше. Сначала немного перемешиваем выключенным миксером, чтобы никуда ничего не разлеталось, и затем включаем миксер и взбиваем сливки до полного загустения. Постепенно увеличиваем скорость миксера. У меня этот процесс обычно занимает 5-6 минут. Сливки достаточно взбиты, и теперь добавляем в них размятый творожный сыр. Взбиваем на средней скорости до однородного состояния. Крем получается густой, стабильный и очень вкусный. Данного количества крема будет достаточно на один средний тортик. Друзья, на моем канале много рецептов тортов, в том числе с таким кремом. Все ссылочки я вам оставлю в описании под видео. Заходите, смотрите, подписывайтесь. Надеюсь, такой рецепт крема для торта вам тоже пригодится. Пишите мне ваши отзывы, комментарии. А я всем желаю прекрасного настроения, удачной выпечки и до новых встреч. С вами была Виктория.